Привет, привет! Идем на дачу и остановились полюбоваться гнездом. Аист уже, наверное, вывел птенцов, потому что стоит на ногах, боится, наверное, что не раздавить своих младенчиков. Ну, лето уже, все. Лето, лето. Можно купаться. Да. Как он их крылышками прикрывает. Ты думаешь, там есть кто-то у него? Конечно. Уже он вывел от 100%, кто стоит на ногах. Может, это просто дневальный стоит на посту. Дежурит, может быть. Прибыли на дачу, и тут же нас встречают товарищи хвостатики. Муська. Муська. Откуда они знают, что мы придем в этот день? Смотрел погоду на ближайшую неделю. Дожди с утра до вечера. И сегодня даже должен быть дождь. Ну, посмотрим. Так, я смотрю, уже и Куся пришла, и Муся пришла, да? Все в сборе. Доброе утро. Как дела? Как дела? А? Глянь, а этот тут шмакодяк. И Шуня пришла, да? Все? Все. А как это они за секунду? Ой, боже мой! Что такое? А этот откуда? Вот, кот. Фантик. Фантик здесь. Откуда Фантик? Он так и лежал, когда ты пришла? Ну, пришли они. Мамка с дочкой. Нет, это тетка. Тетка? Мамка вот черная. А это кто? Двоюродный брат? Говорю команде. Всем на кухню. Вперед! Вперед на кухню! Налетай! Они ж туда всем не воткнутся. Ешь. Пальчик на. Будь здоров. Фантик наелся и спит, да? Да, Фантя? Так, Фантя? Так. Сейчас пойдем посмотрим, что тут у нас. Виноград подвязывал. Много работы. Мелочам ходит время, все на все, на все. Так, что у нас вышло? Сегодня еще доваривал трубы, попротирал все растворителем. Сейчас буду красить. Купил краску Евро-класс какой-то по ржавчине. По ржавчине, без ржавчины. Лишь бы покрасила. Ну все, уровень я выставил. Буду красить. Потом будем. Потом что будем делать? Надо поснимать шифер и посмотреть, что вот здесь вот есть. Тут много чего у меня есть. Какие балки или брус. Будем искать. Одним словом, у нас жарища. Сегодня уже есть пару ягод вон. Ну, это только начало, Саша. Только начало. Кто говорит, что первые там три ягоды, потом пять ягод. Ну, сегодня может 8-10 и то. Ну и хорошо. Если будут дожди, как ты переживаешь. А если будет солнце, немножко поедим. Переживай, не переживай, да. Будут так будут, я ж ничего. Тучи да. Не разгоню руками, как вот в той песне. Что у вас там за колокольчики из спанбонда? Пеклища, я помидоры высаживаю. Я знаю, что их надо вечером. Нет. А вечером тоже будет такое же пеклище. Понятно. Накрыла я вон их сразу с
спонбондом, чтобы они не горели на солнышке. Ну, хорошо. Привет, Маруська. Привет, Санек. Hello. Я правильно снимаю? Попадешь в кадр? Не знаю. Надеюсь. Да. О, какие красивые ты столбики-то сделал. Ты показывал все сам, да? Кое-что показывал. Ребята, учитесь из ничего сделать конфетку. Так, потом докрасим, потому что краски мало? Ой, краску. Ерунда, ерунда. Посоветовали. Ну ладно, не хочу я все бубнеть. Да. Она вот, гляньте какая. Вода. Смотрите. Зато её сказали хорошую. Невозможно на кисточку взять. О. Ну, сказали и сказали. Ладно, все. Может, я не такой специалист по краске. Выбрал не то, что надо, да? Ну, как вода, вот она. Ее чуть-чуть макнешь, она тут же как. Угу. Ясно. Надо быть специалистом по краске, да, чтобы ее. Ладно. Таня. Глянь, вредитель сейчас порвет пленку. Сейчас ползет в камни, будешь знать. Лови быстрее. Так лови. Ну я ж камеру держу. Вы говорите, лилия. Вот у нас тут что плавает. О, лилия. Зверь какой. Вместо лилии. Ну выпусти, я посмотрю, как она будет бегать. Давай, ты можешь ее не догнать. Как трактор. Он, видишь, уже закапывается. Давай. Шмыркай ее быстрее. Куся, куся. И шудечка тут. Шунянь. Иди на крылечко. Иди. Куська. Шум. А вот Муська. Помой, помой, Шунечку. Мой драчуху. Всем жарко, и мухам жарко, и котам жарко. Помой ей ушки, помой. И Сашу помою. Вот, умница. Так, ребята, надо идти работать. Надо идти работать. Нашел я брус или балку, как хотите, так и называйте. Сейчас немного постругаю, чтобы легче было пропитать.
каким-нибудь обработаем или антисептикой, или краской, или отработкой вообще. Вот еще один размер. Так что потихоньку строим. Очень жарко. Должен быть сегодня дождь начаться. И дождь будет, и будет, и будет неделю, наверное, идти. Так, такая погода будет. Вот что у нас вышло. Но это еще не завершение работы. Такая стройка у нас. Свои дела на грядках, кошачьи дела, у них свои дела, кошачьи, да, Куся? Шуняйка, ты чего пришла, а? Все, мы балдеем. Привет, привет. Шуня, не мешай нам. Мы отдыхаем. Вон лимонная мята, смотри, не покоси. Где, вот это в углу? Вот это? Вот это лимонная мята, не косить. А то я знаю, ты быстро это дело. Порядки наводишь на моих грядках. Что у тебя там укутано? Перец горький. Угу. Перец горький. Отбой. Кошачий. Кошачий отбой. И Шуни приперлась. Смотри, сейчас фантик даст тебе по шее. Так, надо идти строгать дальше. Надо. Работы много. Две руки. Вот что вышло. Экземпляр номер один. Но все лучше, чем было. Вот экземпляр номер два. Сейчас будем работать.